смотрела, когда стоит ветеран рядом со своими молодыми фотографиями и говорит: «Я была немножко другой, а я думаю, что красота – это то, какая вы сегодня». Поэтому и то, какие фотографии, их мало, но они у нас есть. Эти фотографии, которые являются напоминанием о тех исторических событиях, которые происходили, о том титаническом труде, который был и на фронтах, и просто на трудовом фронте в том числе. Их немного, этих фотографий, но это достояние семьи. Мне бы очень хотелось, чтобы эти фотографии, они не просто передавались из поколения в поколение, потому что поколения меняются. Мы недавно проводили круглый стол по истории. К сожалению, наши дети очень далеки от многих вещей, исторически оторваны, и они физически это не могут понять. Нам нельзя их винить в этом, потому что, когда мы учились, для нас тоже была Первая мировая война, таким прошлым мы не понимали, что это такое. Но, тем не менее, наверное, история – это единственная возможность, которая дает воочию увидеть, что происходило, что было. Притом, истории именно семьи, истории именно людей, которые близки этим ребятам. Поэтому я еще раз выражаю благодарность тем, кто инициировал сегодняшнюю выставку. Я думаю, что эту выставку должны посмотреть все наши дети. Нужно постараться это сделать, да, чтобы за то небольшое время, которое она будет проходить, как можно большее количество детей эту выставку посмотрели. Поэтому еще раз благодарность. Спасибо, что вы у нас есть, наши дорогие. Спасибо вам за добрые слова. Также хотим выразить огромную благодарность за помощь отделению «Единой России». Слово предоставляется Парафилову Дмитрию Валерьевичу, депутату парламента КБР, руководителю регионального исполнительного комитета партии «Единая Россия». Хочется, пользуясь случаем, хочется, может, еще рановато, но поздравить всех с наступающим великим праздником 9 мая, Днем Победы. И вот люди, сидящие в первом ряду, спасибо вам огромное. Вы дали нам право на жизнь, вы отстояли будущее нас и наших потомков. Словами не оценить то, что вы сделали для нас. Партия «Единая Россия» поддерживала и всегда будет поддерживать все начинания, связанные с патриотическим воспитанием подрастающего поколения. У нас есть свой партийный проект «Историческая память», который имеет много направлений. Одно из них – «Диктант Победы», который будет проводиться уже в этом году третий раз. Пользуясь случаем, хочу пригласить всех 29 апреля на написание этого диктанта. И когда обратились в фонд «УМКО» к нам с просьбой помочь, естественно, мы не могли не откликнуться, потому что то, что мы можем сделать для наших ветеранов, это каждый день, несмотря ни на человека нашей страны, делать все возможное для того, чтобы память никогда не угасла об этой страшной войне, передавать ее из поколения в поколение, эту память, и не дать никому, как сказал бы сейчас Мустафа Камалыч, западным странам не дать возможность исковеркать историю. Поэтому с праздником вас, всего наилучшего, здоровья вам самое главное. Спасибо, вы для нас пример во всем.